Ну, работа продолжилась и днем. Зам. руководителя Департамента благоустройства и экологии города Игорь Рудаков ведет подробный фотоотчет в Твиттере. Сотрудники коммунальных служб чистят посадочные площадки, тротуары уже приведены в порядок остановки. На Солнечной, на Кряжском шоссе расчищены лестничные спуски на путепроводах 22-го партсъезда, Казачий, а также тротуары на Победе, Куйбышева, Авроре.